планы сотрудничества Югры и Макеевки на 2024-2025 годы сформированы. Округ продолжит помогать подшефной территории. О направлениях работы рассказал вице-губернатор Югры Азат Ислаев в рамках сессии по развитию и интеграции новых регионов. Она прошла на ВДНХ в Москве. По поручению президента России Владимира Путина подготовлена и утверждена программа социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ключевая цель – помочь новым регионам к 2030 году достичь среднероссийских показателей качества жизни граждан. Югра и Макеевка подписали соглашение в прошлом году. С того времени в подшефной территории восстановлено около 260 объектов инфраструктуры. Еще 16 завершат до конца года. Югорчане меняют инженерные сети Макеевки, благоустраивают территории, ремонтируют многоквартирники, административные здания. Сформированы 3 аварийно-восстановительные бригады для ремонта систем отопления, вода и электроснабжения. Югорчане привели в порядок здание центрального МФЦ. В преддверии празднования Дня Победы 8 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Макеевке, отремонтировали жилье.